Всем привет еще поближе. Так, достаю курочку. Я только что покупалась. Уже вы меня еще в таком прикиде не видели. В общем, мне надо просто походить с полотенцем. И как всегда, думаю, сейчас буду снимать видео. В общем, София сейчас будет заниматься по музыке. Думаю, ладно, я начну снимать. Ой, какая курица. Сейчас вас подразню немножко. Так, сейчас опущу камеру. Так, вот эти ножи нам мешают. Уберем их. Ой, смотрите, какая красотень. Вчера вечером маме привезли. Вообще мы заказывала мама Софийке на день рождения. Но не получилось, заказа не было. Ну вот вчера привезли. Она говорит, вечером еще даже горячая была. Смотрите, вес 3 килограмма. Ой, какая курочка. В общем, сейчас она очень большая. Я ее разделаю. Микки, успокойся. И сварю супик. Сейчас я ее помою хорошо. Какая красавица. Вот эта курочка. Вот эта красотка. Гляньте, какая. Ох. В общем, сейчас ее приведу в порядок и буду варить супик. Снова руки грязные. Сейчас промою. Прям на курицу. Какая красоточка. А я пока София будет заниматься, поставлю уже бульон варить. Что, мне обувь надо пойти перемыть. В общем, пока телефон будет занят, и буду тоже заниматься своими делами домашними. И Куся тоже услышала запах. Скажи, что так вкусно пахнет. Ребята, скажи, я так слышу, такой запах вкусный. Мама курочку будет варить. Дам тебе тоже домашней курочки чуть-чуть. Дам беленького мясика тебе дам. Ой. Микуська моя. Микуська моя. Завтра Микуське будет 8 месяцев. Именинница наша. Я говорю, как раз, Софии 8 шариков подарили, Софии 8 лет. Я говорю, а тебе, Микуська, 8 месяцев, тоже шарики. Будешь их трепать, играть с ними. Да, скажи, что там трепать? Мама, скажи, тут курочка. Не в ту сторону ты меня держишь. Вот что значит животный запах, как чувствует, да? Ну, скажи, нюх какой у меня хороший. Мама, скажи, как пахнет вкусно. Как пахнет. Твой лохматенок. Мой лохматенок, мой ребенок. О, смотри, какой шмель прилетел. А, все, улетел. Ладно, все, пока с вами прощаюсь. Буду Софиечке телефон отдавать. Потом позже включусь. Так, я с вами. Микусю буду кормить. Кушать хочет моя девочка. Так, я отварила потрошки. Сейчас ей порежу. У меня рис холодный, а потрошки горяченькие. Как раз сейчас намешаю, будет хорошо. Сейчас сердечко ей нарежу. Пусть девчонка покушает. Вкусняшек разных. Да? Вот она пришла уже тут, мне мяукает. Она когда хочет кушать, она так, ну, бывает и гавкает, а бывает как-то, ну, как-то мяукает мне. Кошечка моя. Ой, не знаю, что-то оно мне уже и подостыло. Наверное, сейчас рис подогрею. Ой, а я с курицей пока разделала ее все. Пока курочку разделала. Пока все распределила, что варить, что в холодильник. Ой, что-то это мало. И чтоб не перегреть. Мне холодно. На 10 секунд поставлю. Пока в холодильнике, в морозилке поперебирала, там пересмотрела, что у меня есть, чего нет. В общем, я и порежу сердечко и пупочек. Сердечко порезала. И вот сейчас пупочек подрежу, и будет Микуся обедать.
Так что Софичка уже все позанималась, побежала на улицу гулять. Я говорю, ну беги. Сегодня солнышко. Ну да, кто есть, то нет. Ну вообще так, дождика нет, нормально вроде как. Мамикуся вкусняшку какую мама тебе режет. Я ей мешаю с кашей. Вот она вот все равно, не знаю, вроде сейчас кушает, тьфу-тьфу-тьфу. Стучать по дереву. Ну, не знаю, все равно она какая-то худенькая. Может, потому что... Я даже ее боюсь подстригать. Мне кажется, она будет там ребра и кости. Она будет страшная. Я ее так трогаю. Да. Не знаю, почему. Или потому что она очень активная. Она очень много бегает, прыгает. Может быть, из-за этого. Ой, Микусик, Микусик. Сейчас мама тебе тут блюдо наготовит. Ее надо откормить, чтобы она такая была. Ну, не хундриком, а то хундрик такая худенькая. Это она шерсть ее все скрывает. Худобу. Так, а ну, пробуем? Давай. Посмотрим. Как ты покушаешь. Так, у меня пока доварится. Бульон еще варится у меня стоит. В общем, два крылышка порезала, шейка над шеей и полспинки. А все остальное заморозила. Поделила на части, заморозила. А я пойду сейчас бегаю, пока варится. Мне надо воды купить. Ну, очищенной пить водички. Что-то еще надо было купить. Сейчас гляну, мусор выбросить. Хлеб есть. Хлеб не надо. Ну, так ничего не надо. Воды сбегаю, куплю и все. Так, девочки, прибежала с магазина, снова купила орешков. Ну, воды купила. Ну, так мне нравятся вот эти орешки. Ну, я их не успеваю кушать. Вот уже успела, а Женя быстренько их в вазочку приходует. Сейчас так вазочку наложу. Они тут слиплись. Пол килограмма взяла. 85 гривен стоит. Нож так некрасиво руками. Но мы у себя дома. Нормально. Все. Вот такая вазочка. Так. Морковка, лучок. Смотрите, нашла в морозилке у меня. Помните, мы с вами готовили лапшу домашнюю. Вот ее в морозилочке храню. Видите, какая чудесная. Достала. Курочка сварилась. Варила он два крылышка, полспинки и шейку. Вот. Так что картошечка мне тут уже варится. Сейчас закипит. Ой, зеленушки надо нарезать. Сейчас нарежем много зеленушки. Микуся ходит, пристает, с этой играет. Как ее называют? Скажите. Скажите, а то я вам скажу. Спринцовка детская. Да. И гавкает, чтобы я ее футболяла. Да, Микусик? Микуся покушала хорошо, все скушала, довольная. Ты довольная, зайка? Ты довольная? Скажи, довольная. В общем, хочу, знаете, еще много зелени нарезать. Прям укроп, петрушку, лук. Вот хочется мне всю зеленушку нарезать и в супик добавить. У меня бабушка всегда так делала. Много-много зелени. Всего нарежет. Пойдет на огородик, свеженького нарвет. И в супик зеленушка. Аромат обалденный. Я тоже лучок, морковку не зажаривала. Хочу такой свеженький супик. Дала вот Микусе, дала это листья салата. Не знаю, можно ли такие давать. Но она вроде съела. Раскидала сначала по всей квартире. Ой, аромат уже. Какой аромат. Все. Укроп, зелень. Мне еще мама передала с дачи зеленый лук. Но не этот. Этот тоненький, а там уже такой потолще идет. И вот этот аромат зеленушки. Знаете, сразу хочется уже окрошку приготовить. Ну ладно. Окрошку приготовим, когда потеплеет. Хорошо холодненькую кушать, когда жара. Ой, как хочется уже кушать. Картошечка сварилась. Я так меленько соломкой нарезала. Молоденькая картошка. Все, можно добавлять лапшу. Неохота сильно густой делать.
Ой, как он переливается. Я думаю, не будет густой, я ее все высыпаю. Потом надо еще новое приготовить. Ну, так удобно. Наготовил лапши. Раз. И всегда супик с домашней лапшой. Надо будет время выделить и накатать лапши. Все, красавчик. Какой красавчик. Все, сейчас закипит. И потом зелень добавлю. Ну все, супик готов. Сейчас будем пробовать. Я уже тарелочку достала себе. Сейчас попробуем. Вкуснятина. То устроим мукбанг. Супик какой красавчик у нас. Объедение. Горячие девчонки. Класс. Я мясо не стала добавлять. Снова я поставила не так, как надо, камеру. Но уже переставлять не буду, потому что от вибрации стол шатается. Надо кушать аккуратно. Хлебушек обожаю, суп и хлеб с маслом. У меня черный хлеб. Это мне мама так в детстве научила. Не знаю, почему так нравится. Это Микки. Микки играет. Чем она играет? Не знаю, пусть играет. Пока меня не трогает. Курочку можно и так пощипать, покушать. Крышечку взяла, крышечку с кастрюльки. Я выходила в магазин, как на улице тепло. Воду покупала. У нас там рыбный отдел. Там столько рыбы понапривозили. Прям в коробках одна, вторая, все свежее, красивое. Потом выходила, машина подъехала, клубнику красивую привезли, картошки молодой. В общем, живи и радуйся. Столько вкусняшек всего. Девочки, какой суп вкусный. Мальчики, а то обидитесь снова. Очень вкусный. После всех дней сухомятку. Очень захотелось супика жиденького. Но это если бы мама курицу не передала, я бы, наверное, и не варила. Хотя у меня там тоже в холодильнике, в морозилке была спинка с курицы. Еще что-то филешки были. А это ж свеженькое. И Женечка придет с работы, покушает. И зеленушки столько много насыпала. Прям не видно вам. Вкусно-вкусно. На улице хорошо, тепло, тихо. У меня машинка постирала, я забыла развесить. А еще начинала только резать картошку. Представляете, сейчас только вспомнила. И думаю, Наташа, пойди развесь, а потом дорезай. Думаю, не, я сейчас быстро нарежу. Нарезала. Ну ладно. Полежит немножечко. Ой, я гуще уже юшку всю выела. Вкусняк. Лапша отличная. Мне нравится хранить в холодильнике, в морозилке. Она не портится. Закипела, 5 минут прокипела, и домашняя лапша. Мне нравится тем, что она не разваривается, как макарошки. Она такая плотная. Микуся на диване орудует. Хочет с крышки снять. Цветочек такой закрывается. Она его никак не может осилить. Я пока тут супик готовила, орешки ж насыпала, но я ни одного не съела. Думаю, не буду перебивать себе аппетит. У нас мукбанг, да? Еда на камеру. Че, курочку поклевать?
домашняя. Добавлю тарелочку взять. Я тарелочку возьму. Косточки складывать. Ой, обожаю. Крылышки. Вот эти. Конечности сама. Я недавно встретила знакомых, а у них тоже йорк. Но у них стандарт. Я тоже у нее спрашивала, чем вы кормите, чем... Она говорит, она покупает вот эти сырые. Сейчас. Вот это с курицы, вот эту часть, и она кормит ее. А я не знаю, мне кажется, тут такая кость, нельзя такого давать. Ну, я не решила. Думаю, не, я не буду. Хрящики. Домашняя. Она и есть домашняя курочка. Даже вкус у нее другой. Я не помню, я говорила в видео, это мама заказывала курицу к Софии, на день рождения мы хотели приготовить. А люди не резали. Я говорю, мам, и так еды хватит, не переживай. И то сегодня утром позвонила, говорит, меня Даша привезли вчера вечером, говорит, еще горячая. А сейчас папа тебе утром привезет. Я говорю, ну давай, спасибо. Как вкусно. Хлебушек с маслом. Вот не люблю. Я люблю и майонез. Но с майонезом я люблю борщ. А с супом люблю хлеб с маслом. Я знаю, это вредно. Ну, это вкусно. Так, где мои? Дальше курочку погрызть. Вот эту шкурку сниму. А Микусь вечером порежу печеночки. Потрошки отварила, в обед она скушала сердечко. И этот. И пупочек. А вечером скушает рис с печеночкой. Ну, говорят, печенка жирная. Ну, иногда один раз можно. Тем более домашняя. Пусть девчонка тоже вкусняшек покушает. Ну что, разговаривала с вами, сорвалось. Я обычно всегда ставлю телефон на беззвучный. Я вижу, мне кто-то звонит, но я потом перезвоню, не отвечаю, чтобы мне не пиленькало в телефоне. Сейчас смотрю, как заело, и опа, Вайбер выскакивает мне. С России звонили. Я говорю, видео снимаю. Я занята. Я говорю, мне видео прервалось. Так я переживала, что оно не сохранится. Ну, нормально, посмотрела, вроде есть. Микуся занята. Тарахтит. Ладно, буду с вами на сегодня прощаться. Доедать. Вкусняшки. И все, встретимся завтра. Всем хорошего дня. Всем приятного аппетита, кто кушает. А на сегодня все. Пока-пока.